Значит, если вы создадите ситуацию, при которой у ребенка как бы не будет свободного времени, когда он может сидеть в гаджетах, вот, вы тоже как бы аккуратно вынимаете его из вот этого бесконечного цифрового потребления. Значит, что это может быть? Это, там, условно, кружки, секции, там, встречи с другими детьми там, и так далее. Какая-то, условно говоря, взять нескольких цифрозависимых детей, ну, вот, помещать их втроем в комнату под руководством одного из родителей, который на сегодня несет вахту по отлучению от гаджетов, ну, вот, и как бы, какие-то их совместные занятия и деятельности. Итак, кружки, репетиторы и так далее, любые средства взаимодействия со сверстниками, взаимодействия со старшими и так далее, для того, чтобы заместить время, когда ребенок может, в принципе, взаимодействовать с гаджетом. Замещать это социальным взаимодействием, социальным контролем там, и так далее.